42-летний мужчина и 35-летняя женщина были задержаны при совершении очередной попытки сбыта поддельных банкнот. При проведении личного досмотра и обыска по месту жительства сочинцев полицейские обнаружили и изъяли купюры номиналом 1000 и 5000 рублей на общую сумму более 150 тысяч рублей. Экспертиза подтвердила, что банкноты фальшивые. Известно, что задержанные и ранее привлекались к уголовной ответственности. Установлена их причастность к совершению 7 фактов сбыта фальшивых денежных знаков. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвиняемые заключены под стражу. В случае, если вина и подтвердится, будет доказана, им грозит лишение свободы сроком до 8 лет.